Приветствуем всех на YouTube-канале интернет-магазин пряжи пряжи.су. Сегодня подготовили для вас такой красивый весенний-летний узор. Лицевая сторона, изнаночная сторона узора. Будет хорошо смотреться при вязании кардигана, джемпера, свитера. Резинка 1 на 1 и далее основной узор. Это пряжа Wang Yarns Norma. Здесь состав 55% хлопок, 35% модал и 10% вискоза. Это шнурочная пряжа. Заказать можно на нашем сайте пряжа.су. Все ссылки будут внизу в описании под этим видео. Переходите, можно посмотреть цветовую палитру пряжи и оформить заказ. Давайте приступим к вязанию. Раппорт узора всего лишь 4 ряда. Вяжется очень просто. Я уже подготовила заранее и набрала петли. Здесь можно набирать любое количество петель. Я набрала 10 и 2 петли кромочные. Давайте первый ряд провяжем установочные, все петли изнаночные. И далее перейдем к вязанию самого узора. Вначале петлю кромочную мы снимаем, в конце кромочную провязываем изнаночной петлей. В первом ряду кромочную снимаем, далее из лицевой нам нужно провязать лицевую, при этом мы ее не снимаем со спицы и спускаемся на один ряд ниже, вот сюда, смотрите, под перемычку, и подхватываем нить и выводим ее там же, вывязываем вторую лицевую. Теперь можно снять петлю, одна изнаночная. Повторяем раппорт. Из лицевой вяжем лицевую, при этом оставляем ее на спице, спускаемся на один ряд ниже, подхватываем нить и провязываем лицевую петлю. Одна изнаночная. И так повторяем до конца ряда. Из одной петли вывязываем 2 лицевые, одна изнаночная. Лицевая. Лицевая петля, изнаночная. Спускаемся на ряд ниже. Лицевая, одна изнаночная петля, кромочная. Переходим к вязанию второго ряда. Во втором ряду кромочную петлю снимаем. Смотрите, у нас идет одна петля там, где мы вязали изнаночные, а там, где мы вязали из одной петли 2, они у нас идут рядом. И мы теперь их также и провязываем. Лицевая, там где 2 петли вот вместе, мы их также вяжем одной лицевой. И так провязываем до конца ряда все петли лицевые. Лицевая, из 2 петель 1 лицевая. В конце петля кромочная. Провязываем изнаночной петлей. Переходим к вязанию третьего ряда. В третьем ряду мы теперь будем вязать наш узор в шахматном порядке со смещением. И теперь смотрим. Кромочную петлю снимаем. Там, где у нас теперь 2 петли, мы будем вязать одну изнаночную. Там, где у нас была одна петля, провязываем лицевую, снова спускаемся на один ряд ниже, провязываем петлю лицевую и повторяем. Там, где, вот смотрите, мы вязали 2 петли вместе, у нас будет петля изнаночная. Следующую провязываем лицевую, спускаемся на один ряд ниже, лицевая. Повторяем так до конца ряда. Изнаночная, лицевая, спускаемся на один ряд ниже, лицевая, изнаночная, лицевая, петля кромочная. Все, нам остался последний, четвертый ряд раппорта. Кромочную петлю снимаем.
у нас идет двойная петля, мы провязываем ее одной лицевой, и следующая петля лицевая, и так провязываем до конца ряда. Две петли одной лицевой, петля лицевая, две петли одной лицевой, петля лицевая, кромочная. Все, смотрите, мы провязали 4 ряда раппорт, теперь повторяем. Он изначально не так будет виден, как только вы провяжете немного больше, у вас сразу будет заметен узор, потому что вначале, видите, я тоже первые ряды провязывала, его не совсем видно, и когда дальше вы уже пойдете вязать раппорт, узор смотрится очень-очень красиво, особенно для кардигана, джемпера, свитера. Можно связать летний топ, можно связать пуловер. Напоминаю, что это пряжа Lang Yarns Norma, шнурочная пряжа. Здесь добавление вискозы, поэтому она так переливается на свету. Заказать пряжу можно по ссылке внизу в описании будет под этим видео. Сайт пряжа.су. Также подписывайтесь на канал и ставьте лайк, это поможет продвижению канала. До свидания!